посмотрим, что у нас сейчас здесь происходит. Посмотрите, это выход из дома. Да? Сплошная грязь. Это выход из дома. Смотрим. Я сделал такую маленькую зарисовочку. Да? Вот, смотрите. Это у нас попорченный газон. Так это все происходит. Это выезд с этого общежития. Кто знает, кто здесь живет, может спокойно. А, кстати, вот, ничего не огорожено. Но можно спокойно пройти. Утонувший трактор, испорченный газон. Пожалуйста. Да, включенным леском, кстати. Вот здесь у нас была детская площадка. Но власти посчитали, кстати, вот единственный проход, который ведет к домам 9 и 11 по Кравченко. И вот смотрите, какой он у нас проход интересный и красивый. Как интересно, чистеньким тут пройдешь. И это, считайте, центр Москвы. Это вот детская площадка бывшая. Тоже. Дети нам не нужны. Мы за место детей используем эту детскую площадку по полной программе. А, ладно, это огорожено, да, хотя сразу видим, какой газон. Не забудь, давайте не... Я вам напомню, что в прошлом году уже была, были огромные раскопки, потом все восстанавливалось и сажались, кстати, деревья. Деревья не огорожены, смотрите, ничего не огорожено. Вот, здесь уже восстанавливалось, и тратить деньги на восстановление. Здесь... То же самое. Посмотрите, открытое все. Это самый тротуар. Можете посмотреть, какой. Вот. Тоже. Бились раскопки. Да, раскопки прекратились. Но ездить по ним никто не отменял. Вот, смотрите, что творится. Здесь спокойно можно зайти. И спокойно можно увидеть попорченные кусты машинами. Вот если мы ближе подойдем, мы это прекрасно увидим. Вот она, поломка всего. Да, вот там, значит, посаженные березы, которые тоже были подвержены опасности. Вот. И тут везде поломанные кусты. Везде. Где только можно. Вот такие вот кучи, лежащие прям свободно. Да. И вот, если мы подойдем ближе, то увидим заезд сюда. Вот яма, она не огорожена, да, здесь можно ходить, что делать. Вот так вот это все выглядит, газон, это за пределами, еще раз напомню, это за пределами забора. Вот так это вот выглядит, газон, на, еще будем считать, что у дома 9, вот так посмотрим, Кравченко 9. Так вот выглядит газон, да? В таком вот ужасном состоянии. Пойдемте дальше, экскурсию. Это не забываем, что это улица Кравченко, считайте, центр Москвы. Ну вот, здесь хорошую погоду, даже Кремль видит. Ну, пойдем дальше. У нас, если все считаете, что уважают ветеранов войны, нифига. Вот, пожалуйста. Написано «Ветеран Отечественной войны». Вот такой вот. Вот, смотрите, кирпичи валяются. Испорчен газон, вернее, тротуар. Вот, спокойно заходи, не хочу. На территорию. И ночью попасть в эту яму. Вот, спокойно, без проблем. Вот я подошел. Вот я это увидел, да? Вот. Могу даже посмотреть, что там лежит. Пожалуйста. Да? Еще раз напомню, что вот это творится все. С пределами забора. С территории забора. С пределами забора. Так это все сделано. Вот, проход людям закрыт. Человек может пройти только здесь.
Хотя дом очень длинный, это дом 11. Пожалуйста, дом 11. Вот здесь у нас тоже можно спокойно заходить. Ничего мне не мешает. Никаких ограждений нет. Вот. И, короче, ну, какой-то так и есть, да? Вот. Здесь еще более-менее помыли. Я вам сразу говорю, помыли. Но ехать очень тяжело. Давайте пройдемся с другой стороны, где нас больше интересует внешний вид. За пределами стройки. Кстати, МАЭК мне дал отписку, что у нас все нормально, все хорошо. Благоустройство проведется в конце августа. Вот, ничего мы не нарушаем. Вот, пожалуйста, ничего мы не нарушаем. Пожалуйста. Смотрите, что происходит. Это территория района проспект Вернадского. Вот эти деревья были посажены в прошлом году. Вот. Вот эти деревья были посажены в прошлом году. И вот, пожалуйста, уже портится нам. Да, еще напомню, вот реагент, который прям сплошным слоем лежит на земле. Сплошным слоем лежит на земле. Посмотрите, все белым-бело. Все белым-бело. И будем вот еще обратить внимание. Все порвано, все поломано. Да? Пройдемся дальше. Вот. Проваливаемся. Вдруг проваливаемся. Вот опять же. Побольше газон. Побольше газон. Здесь как бы стоит забор, но его как таковой нету. Вот там уже что-то валяется. Я не буду нарушать. Не буду проходить через забор, хотя могу в аварии обойти просто за забор и спокойно пройти. Вот там стоят новые посадки, которые, наверное, я не буду. Давайте пройдемся дальше. По поводу. Здесь я уже снимал, здесь я уже отправлял. А здесь чуть-чуть почистили. Там заметьте. Я сейчас зайду. Вот опять. Это все за пределами забора. Забор, вот он. Я нахожусь на улице. Да. Вот так у нас попортен газон за пределами забора. Вот такой у нас, как у нас выглядит улица Кравченко. Грязно. Здесь помыли, я говорю, после жалоб жителей, тротуар помыли. Ну и то не до конца. Вот. Так у нас выглядит Кравченко. Улица, выезд оттуда. Смотрите. Сплошной вот газон. Сделаем забор вот такой вот. Вот. Давайте подойдем ближе. Вот. Вот. Я сейчас иду по направлению проспект Вернадского. А принципе проспект Вернадского. Пожалуйста. Вот. Непонятно что. Там сделаем забора. Опять порция. Газона. Это по Ленинскому, ничего от этого не меняется. Вот, вернее, по Кравченко, извиняюсь, да нет. Вот. Я докажу вот таких вот вещей. Вот смотрите, как у нас выглядит Кравченко. Хорошо, да, как бы? Это у нас тут провода. Доходим до того места, где в прошлый раз, когда я снимал, только я делал фотофиксацию, застряла машина. Вот, пожалуйста. Как это сейчас выглядит, опять газон за пределами забора. Я еще раз напомню. Вот там еще пройти дальше. Я смогу сейчас пройти дальше по этой грязи. Но ради вас, зрители, я пройду это. Вот тянется вот такая вот колея. Да? Такая огромная колея. Вот так вот у нас забор окружен, видите? Кто хочет, не то и делать. Там вот грязь за пределами забора. Как правило, ничего не огорожено. Смотрите. Вот это вот творится. Бог знает что. Да, проспекта Вернадского. Ну, мы сейчас попробуем дойти до туда. Вот. По словам
муниципального депутата проспекта Вернадского Елены Филин. Таких мест 9. Люди, только вникните, 9 таких мест в районе проспекта Вернадского. Опять испорчен газон. Кстати, вот это вот, как я понял, единственный заход вот в это общежитие. Да? Вот. И его нету. Вот мы сейчас увидели внимательное видео. На прохода к этому общежитию нету. Надо обходить, бог знает как. И дойти. Запомнил, остановка вот она. А позайти нужно в это общежитие. Как? Вот так вот выглядит асфальт. Асфальт на Кравченко и выезд на Кравченко. Вот так это все красиво выглядит. Я еще раз напомню, что это центр Москвы. Вот так вот. Такой у нас газон интересный. Да? Вот опять. Газончик вот такой стоит. Вот. Правда интересная картина? Вот. Или вот сюда пройти. И вот у нас опять делаем ограждение. Происходят вот такие вот вещи. Опять попорченный газон. Видите, опять попорченный газон. Опять насыпано было, знаешь, что. Вот, и это, я вам еще раз напомню, я нахожусь на улице Кравченко, на четной стороне. Вот, вот так называемый газон, забор, вот опять же замечен, выезд, опять весь грязный, опять это самое, вот там производятся работы, вот они, смотрите, они все залиты водой, все. Работы почему-то не ведутся. Может, у них обед, может, у них еще что-то, я не знаю. Вот так у нас опять выглядит центр Москвы. Смотрите, ходячий мультик. Вот, так выглядит у нас центр Москвы. Да, вот опять. Смотрите, какая грязь. Давайте обратим внимание на грязь. Вот. То есть никакого центра мытья колес здесь не присутствует. Вот. И давайте почитаем наименование объекта. Тепловая сеть для подключения к системе теплоснабжения. Объект социального строительства нежилое здание, расположено в адрес Москва, Кравченко, владение 7, проспект 13. То-то, ПСК, главный инженер Егоров Денис такой-то. Хотя нам говорят, что это работает в МАЭК. Вот. Вот, в принципе, все, что я хотел вам показать, потому что самое основное это было там. Здесь уже все огорожено, и мы ничего как бы, ну, мы не можем ничего предъявить, потому что это уже на территории объекта строительства. Вот. Вот сейчас мы видим. Сейчас мы закончим уже. Вот, вот, смотрите, выезжает трактор, выезжает экскаватор. Вот так вот все попорчено. Вот опять же я вам скажу. Это тротуар, по которому ходят люди. Вот. Это дорога, по которой выезжают люди. Да, как бы. И вот оно уже все грязно. Посмотрите. Вот. Давайте обратим внимание. Опять же попорчен газон. А вот здесь была велодорожка. Заметим. Грязная. 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 Вот. И вот, смотрите, что творится. Вот сейчас он грязными колесами поедет. Thank you.
Я вам провел маленькую экскурсию, потому что, ну все, ужас. А давайте посмотрим, если пройти с этой стороны дома. Ну вот. А если не пройдешь? Ура! Проход единственный к этому дому только находится в том конце. А к этому проходу или с той стороны надо идти от остановки туда. Или с той стороны идти до остановки до конца вот этого забора. Вот, то есть люди не могут попасть к себе домой вовремя. А если это больная девушка, бабушка или инвалид, да, как бы, или пожилые люди, бабушки и дедушки, как они будут ходить? Отходить все это. Вот мне интересно знать. Вот, я надеюсь, что местный депутат Елена Филин решит эти вопросы в ближайшее время. Да? Вот. И сделает все, что от нее зависит. Пожалуйста. Спасибо.